Ух, настало утро, и нужно выдвигаться дальше. Первый снег выпал, как-то даже прохладненько. Хорошо, мы найдем, наверное, домик какой-нибудь, где-нибудь огородимся и сможем отстреливать от зомби и там выживать уже в каком-то домике. Но сперва нужно будет найти, у нас 5 часов утра, и нужно выдвигаться. Так, зомби у нас по утру не очень много, они какие-то маленько сонные бегают. Так, ну что, можно подняться, наверное, здесь? Да, здесь нормально, окейшки. Какой красивый рассвет. Так, ну что, так, я вижу, кажется, есть домик по правую сторону. И там, походу, на крыше кто-то есть. Подойдем чуть поближе и осмотримся. Возможно, там будут мирные люди, и сможем вместе с ними выживать. Главное, по-тихому. Да, зомби я не наблюдаю, поутру у нас реально очень мало зомби. Так, возьмем снайперскую винтовку и посмотрим уже, что у нас там есть. Прям через оптику. Так, у нас всего лишь 7 патронов. Оружия у него не вижу, но, видимо, какой-то все-таки есть дозорный. Значит, там есть мирные люди. Так, с левой стороны тоже никого нет. Так, справа чисто. Можно маленько подождать, а хотя можно и подойти поближе и уже, конечно, посмотреть. Походу, меня заметили. Да, у него есть оружие, и придется, конечно, его снимать. Неплохой выстрел, он сразу мертвый. Так, ну что, больше никого не вижу. Так, слева у нас чисто. Так, сзади меня не обходит. Так, ну что, подойдем чуть поближе уже. Кажется, есть... Да, есть еще ребята. Так, ну что, нужно найти их уже. Там какую-то подняли кипиш. Так, никого не вижу. Справа, слева. Нет, вижу. Так, минус один. Можно взорвать, наверное, бензобак или бочка. Я даже не вижу, что это такое через кусты. Жесть, там, походу, слишком много шума-то. Так, мы сняли уже троих. Да, вижу зомби. Да что ж такое, еще зомби к нам бегут. Вроде у нас глушитель, а к нам прибегают зомби. Так, наверное, пойдем с правой стороны. Кажется, в нашу сторону уже один бежит с оружием. Так, он готов. И, наверное, идем уже в атаку. Так, возьму, наверное, пистолет с глушителем. Он довольно будет по-тихому, и к нам никто не прибежит. Так, пойдем справа и, наверное, прям через забор. Так, никого не вижу. Ух, сколько их там, их реально много. Целая банда. Так, это раненые. Так, вижу троих. Это тоже раненый. Прям черепушка, красота. Так, это мертвый, осталось всего лишь двое с оружием. И парочку зомби. Так, голову. Жесть, сколько крови-то. Так, это тоже можно сразу снять. Ребята слишком много нашумели и поплатились за это. Так, ну что, так, соберем патроны. Патроны нам нужны. Так, красавица, погодите, сейчас тем более разберемся. По-тихому. Так, нужно смотреть, возможно, есть еще тут выжившие. С оружием патрончики соберем. Так, с левой стороны никого вижу. Ух, хороший удар. Хо-хо. Прямо в голову и второго тоже. Окейшки, сделаем перезарядку. Так, ну что, вроде бы никого нету. И, возможно, это будет наш дом уже. Сможем оградиться и выживать именно здесь. Это будет круто. Мы захватили дом, и теперь дом будет наш. Уже обустроимся и будем здесь выживать. Так, есть велик как раз к этому дому. Хорошо, смотрим наше владение, что у нас тут есть еще. У нас тут есть пропан, сможем обогревать этот дом, реально круто. Домик довольно хоть симпатичный, и можно будет даже его маленько перекрасить. Хорошо, наверное, отправимся уже дальше. Нам нужно найти будет где-нибудь стройматериалы, построить забор, возможно, даже и гараж. И, конечно, такие 4 вышки, где можно будет наблюдать уже за местностью. Хорошо, вижу, есть бензоколонка, когда там сможем пополнить припас уже. Возможно, даже есть и бензин, если что, конечно, будем знать. Прямо с нашим домом рядом будет уже бензоколонка. Да, есть бензинчик, это, в принципе, хорошо. Сейчас подберем. Да, канистра есть, и бензин что-то есть. Хорошо, наверное, рассмотрим это здание уже и отправимся дальше. Возьмем глушитель, чтобы можно было по-тихому снимать зомби. Без шума и пыли. Так, сзади у нас чисто. Сзади у нас чисто. Можно залезть на крышу и посмотреть, наверное, что у нас происходит вокруг. Но лестницы никакой нет. Хорошо, отправимся дальше. Ух, есть зомби. Сейчас разберемся. Один выстрел с глушителем и готово. Хорошо, поехали дальше. Нужно найти какой-то заводик, где обрабатывается дерево, привести уже к нашему дому и начать строить забор.
Так, там есть какой-то... Да, есть какой-то заводик, нужно спуститься и посмотреть, что у нас там есть. Так, кажется, кого-то вижу. Сейчас посмотрим. Аккуратненько подойдем, наверное, сзади. Да, это какой-то житель. И сейчас подойдем, посмотрим. Возможно, даже и сможем поговорить. Так, секундочку, что происходит-то? Так, черепушку. Так, чувак, все в порядке? Все нормально. Ух, сколько зомби набежало-то. Так, делаем ноги, наверное. Делаем ноги. Их слишком много. Напали просто на мой велик. Хорошо, наверное, все-таки снимем уже. Так, одного, второго. Чтоб никто за нами не бежал. Да, напали на велик, и кажется, придется его бросить. Их слишком много. Хорошо, наверное, бросим велик и найдем уже где-нибудь транспортное средство. Сможем загрузить строй материала и привезти к нашему дому. А вот как раз есть какой-то грузовичок. Надеюсь, там есть бензинчик. И сможем уже завести машину. Да, в принципе, вроде бы на ходу, колеса на месте. Значит, сможем завести. Давай же, родной, заводись. О, кишки готовы, реально есть бензин. Так, ну что, отправимся уже. Реально можно будет загрузить в этот грузовичок и привезти к нашему дому. Так, осмотримся, что у нас тут есть. Да, вот этот заводик как раз, мы на него и как раз пойдем. Но сперва, наверное, нужно будет осмотреться. Тут целый пригород. Да, ночью этого видно не было, а вот утром все это видно. Тут слишком много машин разрушенных. Так, вот есть какой домик, можно его осмотреть. Возможно, что-то есть. Ну, пока все тихо. Возможно, есть кто-то внутри. Но смотрим, наверное, позади. Зомби нету, и мирных жителей тоже нету. Так, спокойно, есть один зомби. И как раз в нашу сторону идет. Готово. Так, ну что, залезем на крышу и осмотрим уже... Неудачно. Так, еще разок. Залезем на крышу и осмотримся. Приехали ребята, и началась какая-то перестрелка. Там уже зомби пробежало, и походу их просто перебили. Хорошо, мы отсидимся, уже подождем, пока все это дело утихнет, и подберем, наверное, патроны, припас какие-то. Так, есть патроны на пистолет, и там даже есть дробовичок. Это у нас новое оружие будет, это круто. Хорошо, пускай зомби уже отходят, у нас нет патронов и не сможем вести огонь. Так, ну, в принципе, масса большая отошла, и сможем выдвигаться. Но парочка зомби осталась. Так, с ним, наверное, поаккуратным. По-тихому с глушителя. Так, прям голову одним выстрелом. Так, еще один зомби остался. Прям черепушка. Готов. Так, ну что, собираем быстренько припас и выдвигаемся на завод. Так, есть пистолет. И там есть еще второй труп. Так, у него тоже был пистолет. И остался еще один зомби. Так, готов. Так, никого нету. Все спокойно и тихо. Хорошо, подбираем дробовичок. Интересно, сколько там патронов? Так, кажется, мы подобрали. Сейчас посмотрим. 8 патронов, нет глушителя и нету фонарика. Ну, конечно, дело поправимо. Сможем со временем уже найти и глушитель, и фонарик. И сможем уже охотиться на зомби по ночам. Хорошо, будем выдвигаться на завод. Посмотрим, что у нас там есть. И если что, загрузим наш грузовичок и привезем к нашему дому. Главное аккуратно подойти. Уже, наверное, даже не знаю, с какой стороны подойти к нему. Ну, там... Там тоже точно что-то есть. Да, есть какой-то шум. Возможно, завод это работает. Так, наверное, аккуратненько с ним. Чтоб не подошел со спины. О, кишки готов. Да, там есть какой-то шум. И, возможно, там есть кто-то из людей. Пора уже осмотреть завод.